да, проявление духа. Вот здесь у нас такая вот туча огромная, а солнышко вот из нее выходит, видите? Какие бы ни были тучи, как бы ни казалось все мрачным и злым. Кстати, в этой туче вон даже чертенята, такое вот существо. Видишь, вон. Видите, ребятки, вот это глаз. Вот смотрите, я вам этим. Вот рот, вот там уши или рога, непонятно что. Существа типа держат солнце. Ну куда? Солнце все равно вот оно сияет. Так что на что обращаем внимание, то и видим. Если внимание на вот сюда, о, видите, какое существо, вот, точечка на его носе. О, то и будет казаться, что жизнь вот такая вот, в драме, видите, кричащее существо. Но если вы переводите свое внимание на эту красоту, то, естественно, будет ощущение, что в раю. Что выбираем, то ощущаем. То на физике проявляем.